В городской библиотеке номер один пополнение. Теперь читатели с нарушением зрения смогут подобрать себе книгу по душе. В рамках сотрудничества с Российской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих два раза в год сюда будут поставлять специальную литературу. Если будут заявки от наших читателей, то эта библиотека, Российская государственная библиотека для слепых, готова чаще привозить. Это могут быть даже заявки на конкретные книги. И мы призываем всех жителей нашего города, кто нуждается в такой литературе, обращаться либо в библиотеку номер два, либо в библиотеку номер один за книгами. В современном мире литература для слепых – это не только бумажные книги с шрифтом Брайля. Существуют электронные носители – диски, кассеты, флеш-карты. Но особой популярностью пользуются издания с укрупненным шрифтом. Причем не только среди людей с проблемами зрения. Такие издания очень часто спрашивают не только люди, у которых есть проблемы какие-либо со зрением, но и для детей, люди более старшего возраста. Поэтому эти издания будут выдаваться всем желающим для того, чтобы предоставить возможность более удобного и комфортного чтения нашим посетителям. Ранее работу со слабовидящими читателями вела городская библиотека номер два. Кроме выдачи адаптированной литературы, в ее стенах действует специальный клуб. Теперь таких мест в Одинцово стало больше. «Чтение без границ» – такие книги для слабовидящих людей со шрифтом Брайля сотрудники библиотеки могут принести прямо на дом. Сотрудники первой библиотеки приглашают в гости всех жителей Одинцовского городского округа, имеющих ограничения по зрению. Помогут подобрать нужную литературу, учтут предпочтения для будущих заявок. Книга – один из способов увидеть окружающий мир. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».